Всем привет! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. И совсем немного времени прошло с моего предыдущего видео, когда мой доход был 4806 долларов. И сейчас эта отметка перешагнула за 5000 долларов. Поэтому есть повод снять еще очередное видео. Вы своими глазами сейчас видите. Активно у меня 3 места. За 6 месяцев я получила более 5000 долларов. Это только в благотворительном марафоне. Это здесь не считается доход в эстафете. И давайте посмотрим. Нажимаем управление местами. Вот мои 3 места. Еще действуют они 60 дней. Нет упущенной прибыли. И здесь у нас показывается доход на каждое место. На первое место у меня доход 3458 долларов. На второе 876. И на третье 673 доллара. Здесь мы можем посмотреть структуру. Структура у меня практически вся активная. Вот эти вот зелененькие кружочки означают, что люди продлили свои места в марафоне. Каждые 3 месяца надо продлевать места. Вот эти серенькие места, которые не продлили участники, они ждут своих новичков. Как подробно работает марафон, я вам рассказывать не буду. Это вы можете узнать на главной сайте, если туда зайдете и посмотрите. Ознакомитесь с информацией о марафоне и об эстафете. В эстафете я тоже участвую с 2013 года. Там доход еще больше. Я купила 5 недвижимостей за это время. И мой доход каждый день растет. В проекте «Всем миром» очень легко можно выйти на пассивный доход и стать миллионером. За 11 месяцев я получила свой первый 1 000 000 рублей. Вы сможете получить еще больше, если будете активно работать и приглашать людей. Всем до новых встреч. Пока-пока.